Самое главное, что есть у человека, это здоровье. Для того, чтобы организм работал как часы, нужно правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и, конечно, вести здоровый образ жизни. Также для профилактики заболеваний можно воспользоваться и современными технологиями. Например, приобрести солевую лампу, которая благотворно влияет на весь организм. Об этом оздоровительном приборе и не только вы узнаете, посмотрев наш следующий сюжет. Благодаря умным приборам сегодня профилактика заболеваний стала намного проще, а в случае с солевыми светильниками еще и красивее. Сотрудничество медиков и дизайнеров привело к появлению светильника, польза которого заключается в мощном ионизирующем и противомикробном действии. Подкрепит ваш иммунитет солевые лампы. Это природный светильник из цельной глыбы соли, добытой в пещерах. Такие лампы позволяют использовать целебные свойства соли людям с ослабленным иммунитетом, страдающим бронхолегочными болезнями, простудой или аллергическими реакциями. Незаменимый помощник для здоровья всей семьи – бактерицидный рециркулятор. Он создаст в доме чистый, обеззараженный воздух, что особенно актуально в период массовых респираторных заболеваний. Представленные в медтехнике товары помогут вам не только, когда вы бодрствуете, но и во время сна. Если у вас головокружение, головные боли, или у вас бессонница, желательно спать на ортопедической подушке. Если же у вас боли в поясничном отделе, то неврологи рекомендуют параллельно медикаментозному лечению носить ортопедические пояса. Наколенники, корсеты, ортопедическая обувь, аппараты магнито- и физиотерапии – все это поможет вам быть активным, не чувствовать боль и быстрее распрощаться с болезнью. В медтехнике есть и все для ухода за тяжелыми больными. Пенсионерам предоставляется 5% скидка, а каждого 20 числа месяца предусмотрена 10% скидка для всех покупателей. Скидку 5% пенсионерам в любой день можно получить и в расположенной рядом аптеке «Фитофарм». Впрочем, цены здесь и без акций очень лояльные. При необходимости нужные лекарства, в том числе и редкое, могут привезти под заказ. А еще здесь огромный выбор косметики, диетического и детского питания, средств, помогающих контролировать вес, более 100 наименований лекарственных трав собственного производства «Фитофарм». Аптека «Медтехника Фитофарм» работает ежедневно с 8 до 21 часа в Славянске на Кубани по адресам улица Батарейная, 392 и Ленина, 65.